Хороший пример успешного многолетнего российско-германского делового сотрудничества. Германские эксперты провели семинар для управленцев «Газпромдобычи на дым». Обучение по вопросам управления предприятием, развития управленческих компетенций прошли около 20 человек. На столах фишки, и здесь они тоже играют. Не ради развлечения, а для работы. Как грамотно организовать и развить производство? Предпринимательская игра – хорошая возможность оценить свои силы в предложенной ситуации и по-новому взглянуть на вопросы управления. Мне, как главному инженеру, как человеку, занимающемуся, в общем-то, больше технической стороной, вопросами промбезопасности, да, ну, по-новому где-то посмотреть на вопросы именно экономики, учета. Ближе к концу игры даже понимаешь, что не столь интересен сам процесс игры, сколько просто работа в команде с теми людьми, с которыми ты привык работать. Очень интересно раскрываются люди, которые работают рядом с тобой и которые сейчас принимают участие в обучении. Этого преподавателя знают практически все. Учеников у Юрген Кляйн и Вильды много не только в Европе. С надымскими газовиками он дружит уже более 20 лет. Винтерсхалл – самое большое нефтегазодобывающее предприятие в Германии, подтверждающее свои передовые позиции как в техническом отношении, так и в экономическом и кадровом. Уже много лет оно занимается развитием российских проектов в этой области. Мы, как и «Газпром», тоже делаем основной упор на компетенции. Для участников семинара мы не хотим быть учителями. Мы хотим просто дать им определенный импульс, чтобы каждый из них мог задуматься, какие компетенции у них уже имеются, а над какими стоит поработать. Работали долго, на протяжении всей недели. Говорили на одном языке, несмотря на то, что владеют разными. Делились своим видением управления рабочими группами и проектными командами, экономическим мышлением в предпринимательском процессе. У надымчан очень глубокий интерес, неповерхностная заинтересованность. И у меня такое впечатление, что слушатели хотят как можно больше пользы извлечь из этих семинаров. И поэтому мне приятно работать с ними. Такое сотрудничество в рамках обмена опытом длится уже больше 20 лет. Именно «Надым Газпром» стало первым предприятием, где побывали представители «Винтерсхалл». Не случайно таким неожиданным сюрпризом стали сохранившиеся свидетельства одной из первых встреч, которые выставлены в Центре корпоративной культуры предприятия. Мне было приятно все это увидеть, и я возьму это на заметку, чтобы сделать у нас такой же музей. Сегодня я подарила еще один предмет для экспозиции. Это значок на память о нашем сотрудничестве. Такой международный обмен положительно влияет на повышение эффективности работы руководителей и специалистов. Зарубежные специалисты передают именно тот опыт, те наработки по управлению персоналом, которые, скажем так, в их культуре были, зародились, в их культуре сейчас особенно пропагандируются и развиваются. Это не говорит о том, что мы должны безоговорочно взять и принимать все те, скажем так, механизмы по работе с персоналом, что они нам предлагают, но тем не менее, обобщая наш опыт и обобщая зарубежный опыт, на мой взгляд, достаточно полезно и плодотворно данные курсы должны пройти. А это чрезвычайно важно в условиях, когда «Газпром» является энергетической компанией мирового уровня. Ярослава Кондрякова, Светлана Ложникова, Сергей Черков. Телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».